приучился, поэтому очень много проделала вот такой архивной работы, если так можно сказать. Поэтому у него хороший сайт, вот самый такой. Вот у нас Саша Смирнов был, вот у него тоже был хороший сайт. Но куда это все девалось? Ну вот Татьяна будет, мы узнаем у нее. Да я думаю, что она тоже навряд ли знает. Она будет сегодня, да? Будет сегодня, да. А вот он к вам приезжал, когда вот уже уехал в Свердловск? Да, конечно, он же на каникулы. Как вот, я вот, знаете, все время удивляюсь, как он написал вот такую вещь, чисто не помню, даже Пикассо. Вот это я вот, это такой шедевр всех времен и народов. Вы не знаете ничего про это? Как это вот все писалось? Ну, видите, сидишь, я на кухне, он в комнате там поет, пишет. Потому что я, если бы знала, во что это выльется и как это закончится, конечно бы все это не так. А так, ну что, слушаешь, он поет, пишет. А друзей много было? Да, он вообще в этом плане был общительный. Много друзей было. То есть он не был таким одиночкой, затворником. Он был очень общительный. Здравствуйте, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, располагайтесь.